Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тайгер Скиф, и у нас сегодня Warcraft 1. Орки против людей. Подожди. Загрузить игру. Одиночная игра. Ага, вот он. Слот 2. Так, хорошо, продолжаем. Иди собирай. Где тут атаковать? А, это воин. Это у меня тут, типа, он на защите стоит. Табу. Блин, конечно, очень-очень-очень неудобно вот эта ходьба сделана. Драк, работа завершена. Да ты что? Как тут сделать потише? Там мне что-то кажется, что очень громко перекрикивает меня это все дело. Так, раз, два, три, четыре. Надо, по-моему, пять построить. Сколько она стоит? 500 голды, да, и 300 дерева. Значит, так, дерево у меня уже есть. О-хо-хо. Давай. Балдра. Топай сюда. За золотишком. Драк. Драк, драк, страк. Драк. Балдрат. Балдрат, шматрат. Такие смешные. Так, как раз вот этот чувак сейчас принесет голдишко, и можно будет строить. Добывай давай, Балдрат. Ну, кстати, быстро накопал. А вот идти ему долго придется. Тут, кстати, дорогу. Какая в ней роль? Даже не знаю. Я помню, игра «Война и мир» тоже старенькая стратегия была. Так там вот припасы можно носить было только по дороге, поэтому надо было обязательно строить дорожки. Тоже своеобразный тот самый, как его. Логистика своеобразная. С одной стороны, постройка дороги занимала время у рабочих и строителей и съедала ресурсы камень. С другой стороны, надо было их построить правильно. Максимально коротко и минимально разветвлений. Как-то так. Ну, в общем, тоже надо было думать. Планировать поселение. Ага, 500 уже принесли, что я стою. Так, давай строй. Локдар! 5 ферм, по-моему, надо было построить по заданию. Если я не ошибаюсь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давайте, друзишки, работайте. Табу. Табу. Ходьба максимально неудобная. Работа. Выбирать можно только одного. Драк. Правой кнопкой мыши он не идет, надо нажимать специальную иконочку или буковку М. Массовое сражение, даже не представляю, как мне будет тяжело делать. Так я не понял. Или это я только 4 построил? Это, наверное, было построено. К игре выйти, загрузить, сохранить. А описания задания нету. Ладно, сейчас пацаны принесут, я еще построю. Чего уж тут мне не тяжело. Хотя там задание еще может быть. Балдрат. Надо было определенное количество юнитов нанять. Так, это у нас то, это батраки. А это рубаки.
Стоит 400. Ну, сейчас будет 400 голды, я еще найму. Раз, два рубаки у меня. Вверху 3. Ну да, возможно, надо было 4 или 5 рубак нанять. Что-то я совсем уже не помню. Работа завершена! Вы победили! Ура! Запись, это, я так понимаю, повтор сражения. Так, дальше поехали. Узри, вынесенные тобой разрушения и тела истребленных врагов. Ничего себе, итоги, победа. Так, ранг, кромсатель, счет 973. Уничтожено вражеских войск. Вами 1, врагом 0. Так, обучено войск. Вами 8, врагами 8. Уничтожено зданий. Вами 0-0. Так, построено зданий. Добыто золото 400. Добыто древесины 2000. Окей. Точно сжали сейчас. Атаки людей становятся все более и более назойливыми. Тебя назначили на небольшую заставу на окраинах болот печали. Ты должен защищать наши территории от вторжения этих ненасытных собак, давя любое сопротивление, с которым столкнешься. Да ты что? И что ж теперь делать? Даже не объяснили конкретно задание. Так, это что у нас? Лесопилка, да? Ферма. Казарма. Чё-то казармы негде строить. Ну, построй лесопилку. Чё за дела? Балдрат! Локтар! Драк! Драк! Балдрат! Балдрат! Ага. Деньжаток нету. Так, это... О, копейщик. Рубака, рубака, копейщик. Локтар! Дабу! Дабу сквобу! Тун-тун-тун-тун. Блин, конечно, зря его. Надо было нанять еще хотя бы одного рабочего. Работа завершена! Так, давай, добывай ресурсы. Увеличить урон от копья. Блин, учитывая количество ограниченного золота, вот это строить дорогу за 50, это, по-моему, излишек. Перебор немножко. Сколько тут? 11 тысяч всего-то лишь. Всего-то лишь 11 тысяч. Так, капец как мало. То есть я могу сколько там кусочков? 50. Ну, в общем, много, конечно, но все равно. Нация возмущена. Приказывайте, хозяин. Иди лес руби. Тыц, тыц, тыц. Так, и одного надо
Люди уже близко. Воу. Воу. Драк. Локтар. Все равно иди сюда. Локтар. Чего-то покосы. Он, кстати, интересно, возрождаться Табу. Будет. Генерироваться, так сказать. Драк. Это плохо, что люди уже близко. Это было неожиданно для меня. Постройте ферму. Дружище, я не специально. Балдрат. Говорит, Балдрат. Короче, стойте в куче, господа. Стройся, ферма, стройся. Типа одна ферма опять поселение дает. Четыре. Пятьсот древесины надо. Давай, иди добывай. Сейчас тебе помощь отправлю. Или на помощь помощника. Локтар! Что это у нас тут такое находится? Камешки какие-то. Просто камешки, да? Драк! Ну и ладно. Приказывайте, хозяин. Давай, добывай ресурсы. Ты тоже. Драк! Так, вот эта штучка сколько стоит? 750. Ладно, поехали. Пускай копейщики наносят хороший урон. Достойный урон. Урон достойный меня. Приближаются эти бледные псы. Так, вот это копейщик надо держать, оказывается, в стороне. Блин, а как бы их подлечить вот? Локтар! Драк! Было бы неплохо полечить их. Ну да, копейщик слабо держит удар. Зато метает копья издалека. Так, 500, у меня только... Давайте быстрее, рубите. Древесина тоже не бесконечный ресурс. Драк! Балдрат! Локтар! Маленькая разведочка. Балдрат! Чтобы видеть вражин издалека. Локтар! Локтар! Драк! Драк! Все, возвращайся.
Немножко разведал, и на том спасибо. Так, что тут у нас по строительству? Как-то быстро спрятался. Так, 500. Давайте, несите еще одну древесинку и будем строить казармы. Ну вы долгие. Что? Ленивые батраки. Как в Варкрафте, ну, в ММОшке. За орка там, когда стартуешь, есть такие задания, типа, будить батраков. Ходишь, пинаешь спящих. Да. Хорошие были времена. Веселенькие. Люди уже близко. Опять. Локтар! Вот так вот. Локтар! Да. Ого, он меня отпинал. Еще один такой людишка придет и мне не сдобровать. Так, давай уже строй этот самый. Дабу. Дабу. Квобу. Балдрат. Драк. Драк. Это будет знаменитая драчка. О, увеличить урон от копья еще разок. Сколько мне надо? 1500 золота. Плохо, что урона их показателей никаких нету, кроме шкалы ХП. Ту-т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 у. Так, сейчас, наверное, еще одну ферму надо будет строить. Сразу же опосля. Работа завершена. Да ты что? Сейчас лес чувак принесет. 400-450, да? Каких ресурсов недостаточно? А, все, древесину принес. Локтар! Все равно надо это, да? Дороги мне. Приказывайте, хозяин. Да шо приказывайте? Иди защищай родину. Локтар! От злых людишек. Работа завершена. Ты просто умничка. Драк. Драк. Локтар! Так, а что у меня тут? Какие-то преимущества появились в постройках? Все, больше ничего нету, да? Да плохо. Приближаются эти бледные псы. Где? Балдрат! Балдрат! Локтар! Драк! Ты смотри, какие бледные псы решили атаковать меня. Ну, бросай в него копья. Взял, убил моего солдата.
Иди ремонтируй. Дабу. Дабу. Даже не знаю, как тут стратегия победы какая. Сколько надо воинов для того, чтобы идти в атаку. Так, ладно, ребята, на этом серию сегодня закончим. Все, всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, ставьте комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.